Ребята, всем привет! Пока есть время, сейчас вот максимально я время выделяю на томат, на Tomarket App. Тем более вот 31 октября у них будет TGE, то есть процесс генерации токенов. А монетка будет у нас Тома, да? Вот, видите, написано монета Тома, то есть они будут ее генерировать. Вот, в приложении там уже появилась кнопочка AirDrop. И проверяем, вот здесь вот написано, что осталось 11 дней. Вот, также что для этого нужно сделать? Значит, нужно подключить кошелек. И здесь вот такая вот хитрая штука. Для начала скачиваем BitGet Wallet. Просто его скачиваем, там ничего сложного. У меня его не было, или был, или я его удалил когда-то. Ну, в общем, я новый скачал. Вот, и нужно его подключить. Подключаем, коннектим. И здесь вот также транзакция на 0,1 тона делаем, да. Для чего это, сейчас объясню. Здесь вот звезды. И вот эти вот звезды мы максимально прокачиваем. Ну как, это я прокачиваю, вы можете не прокачивать. Но сейчас такая тенденция, что видите, вот без бустов особо вам не насыпят ничего. Ну вот такая тенденция. Ну и вот видите, здесь вот такая подсказка, что звезды скрывают секрет. То есть они вот сделали, да, такую вот подсказку. То есть, ну, понятно, что они собирают денег. Но с другой стороны, если это мини-эпс от биржи, да, то я думаю, все-таки они не обидят. Вот. Ну, что еще? Здесь вот, конечно, можно и бесплатно прокачиваться. Можно за звезды. Вот здесь, видите, за звезды. Точнее, ну, за телеграммовские звезды, да. Вот также здесь вот типа рулетки, здесь и томаты выпадают, и звезды. Вот, ну, опять же, здесь это все, это построено по типу казино, согласитесь. Мне вот, честно говоря, эта тенденция не нравится. Ну, а что еще можно придумать, да, с другой стороны? Ничего лучше и не придумаешь, как вот собрать деньги с людей, да. По сути, они-то и зарабатывают, и часть все-таки средств на AirDrop направят, да, вот, на вознаграждение. Так что, вот условия, подключить кошелек, скачать этот битгетовский, да, вот, и в нем вот мы коннектим это приложение, собственно говоря. И я сделал одну транзакцию, не знаю, там через несколько часов можно делать еще транзакции, в принципе, у меня здесь $10, ну, можно и несколько раз попробовать поподключать. В принципе, не жалко. Для прокачки этого аккаунта в томатах. Ну и все. В принципе, ждем 31 числа. Пока за биржей непонятно. Ну, наверное, ж на самом Битгете будет листинг, правильно? Ну, пока тишина. Возможно, кто-то что-то слышал, пишите, если что. На этом все. Ссылочка на томат в описании этого видео. Присоединяйтесь.